Привет, YouTube, привет подписчикам канала. Вот сегодня выкладываю еще одно видео о своей печке. Вот был вопрос, как она будет на дровах работать. Вот сейчас запустил печку, у меня абсолютно закончилась отработка. Вот. Запустил на дровах, печка вышла в режим. Вот чисто доски, больше нет ничего внизу, ничего не горит, отработки нету, это только угли. И сейчас покажу выхлоп с печки, то есть как горит. Все в онлайне. Вот велосипедик наш стоит, весны ждет. Вот, вот выходим. Так, как видим, печка горит. Идем смотреть выхлоп. Немножко снега у нас нападало. Выхлоп. Никакого ядовитого дыма. Вот небольшое видео на тему, как делать не надо. Вот люди топят печку, в дыму все. Половина того, что должно сгореть, выходит на улицу, и люди этим дышат. Ничего мы не видим, все горит в печке как положено, там, где ему положено. Ну так, иногда чуть-чуть поддымливает, но совсем незначительно. То есть не так, как у многих идет дым, дышать нечем, соседи в ужасе. То есть, опять же, вот, вот такой вот выхлоп. Идем опять смотрим, все в онлайне. Печку не гасил. Вот она горит, все как положено, и вот такой у нее выхлоп. Так что, в принципе, моя печка показывает очень неплохие результаты. Я доволен, всем рекомендую, кому надо там служебное помещение, гаражи топить. Вот я считаю, что она близка к идеалу. Идеального, конечно, ничего не бывает, но абсолютно близка к идеалу. Занимает немного места. Неплохая теплоотдача для помещения. До 30 квадратов, но она, можно сказать, идеальна. Так что, кому не жалко, можно поставить лайк, кому жалко, поставить дизлайк, написать комменты. Очень хочу глянуть на ваши печки, оставьте в комментариях ссылочки, я с удовольствием гляну на ваши модели печек, потому что, ну, всегда хочется сделать что-то еще лучше. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь на канале. До новых видео. Спасибо. Дополнительное видео через где-то минут 15-20 по печке. Вот как выглядит на одних досках выхлоп. В принципе, как бы надо, я думаю, ставить на выхлопе заслоночку тоже. Потому что, ну, такую, такие потери, в принципе, они не нужны. Но отдача сумасшедшая. Возле нее стоять теплом обвивает. Так что... Вот так. И это на одних досках. Без масла, без ничего.